В эти дни в Чебоксарах проходит 9-й межрегиональный форум «Стратегия и практика успешного бизнеса» и 15-я республиканская научно-практическая конференция, приуроченная Всемирному дню и Европейской неделе качества. Представители бизнеса, власти, эксперты в течение 2 дней будут работать на нескольких тематических площадках, обсуждать проблемы в области качества и выстраивать стратегию, конечным итогом которой станет повышение качества продукции и услуг. Первый день форума начался с пленарного заседания, в котором участвовал и глава Чувашии Михаил Игнатьев. Проблема качества – ключевой аспект, касается абсолютно всех сторон жизни и абсолютно каждого. Это осознают, пожалуй, все участники 9-го межрегионального форума. Это более 500 человек из разных регионов страны. Тенденция в мире такова, что качество жизни меняется, а вместе с тем растут запросы людей, подчеркивает в приветственном слове глава Чувашии Михаил Игнатьев. Государственная политика, она направлена на сегодняшний день создание благоприятной среды для тех производителей, которые на самом деле производят качественные товары или продают эти услуги. Можно сказать, и это в сфере образования, в сфере здравоохранения. В особенности эта тема актуальна на сегодня и в среднесрочной, и долгосрочной перспективе в сфере жилищного коммунального хозяйства. На пленарном заседании бизнесмены, чиновники и эксперты обозначают болевые точки на пути к качеству. Тема одинаково звонко звучит как в российских регионах, так и в зарубежных странах. К примеру, в Японии, где сделано многое в области качества. Но жители страны восходящего солнца лишь выглядят счастливыми, признается участник форума Хамана Митихиро. Сейчас в нашем рынке, в нашей вот жизни идет очень жесткая борьба. Снижение себестоимости. Уже больше 10 лет в экономике Японии происходит процесс дефляции. Но, наверное, вам очень трудно вот представить себе, что такое вот дефляция. Постоянно снижаются цены. Практически все цены. В первую очередь зарплата. Постоянно вот, снизить себестоимость. Иначе ты не можешь выжить вот в этой жесткой конкуренции. Да. И с другой стороны, поддержать уже приобретенный уровень качества. Проблемы и перспективы в сфере качества участники форума обсудят на нескольких площадках. Как создать бережливое производство, улучшить работу властей и целых отраслей. Вот только некоторые заявленные темы. В качестве экспертов выступят представители различных институтов страны, специализированных центров, Роснано и не только. По традиции, в рамках Дня качества награждают лауреатов конкурса. Вручают знак «Марка качества». Премию главы Чувашии в области социальной ответственности получает и комбинат автофургонов. Наверное, это еще дополнительная ответственность нас накладывает, что в дальнейшем поддерживать этот уровень и постоянно его повышать. Форум завершится экскурсией по предприятиям, которые успешно внедрили системы менеджмента качества. Ольга Григорьева, Андрей Спиридонов, Республика.